мы сюда и пришли. Да, вот мы и пришли. Чернобыль. Да. Скорее всего, это не Чернобыль. Нас, скорее всего, просто обманывают. Так, тут забор. Что будем делать? Я знаю, давай перелезем его. Давай. Опа! Опа! Фу. Иху! Ай! Перепрыгивай! Хорошо! Уи! Ай! 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 Сейчас! Уи! Ай! Да ты там долго будешь? Да, уже иду! Уи! Со мной все нормально. Да, пошли. Так, опа. Давай. Опа. Сейчас мы все узнаем. Напишем в газетах то, что Чернобыль — это неправда. Ну все. Как говорится, ГГ. Мы не войдем, тут и железная дверь. Да, ее и перепрыгнуть нельзя, потому что там щели нету. Хотя, стоп, смотри, через щели там видно. Есть кнопка, видимо, она открывает эту дверь. Но как мы туда попадем? Я знаю, я же не просто так 2 года ходил в качалку. Да, драться таки не умеешь. Заткнись! Сейчас попробую поднять ее. Так, сейчас, подожди. О, поднимаю. Держу, пролезай. Все, лезу. Опа. Пролез. Все, я пролез. Все, не могу держать. О, подожди, тут какая-то кнопка. Да, я же говорил, она должна открыть путь. Хорошо, попробую. Опа, я нажал, проверяем. Реально, путь открылся. Проходи быстрее. Ура, наконец-то путь открылся. Ю-ху. Так. Стоп. А почему он закрылся, я не понимаю. Я тоже не понимаю, почему он закрылся. Стоп, что здесь происходит вообще? Ладно, надо идти, погнали. Опа. Ладно, пошли. Мы же все-таки хотели узнать, что там в Чернобыле происходит. Давай, сейчас мы быстренько до туда дойдем. Пошли. Мы почти уже дошли. Практически дошли до туда, куда нам нужно. Знаешь, мне все казалось то, что мы не придем, куда нам нужно, и не узнаем всю тайну. Скорее всего, мы сейчас все и узнаем. Это просто обманка. Нас просто хотят развести, чтобы мы сюда не ходили. Так, вроде мы пришли. Пошли, откроем ворота. Давай, пошли. Опа. Ну, ты готов? Да, я готов. Открываем ворота. Пи-пи-пи-пи. Ворота открылись, пошли! Сейчас мы узнаем, что это все неправда. Пи-пи-пи. Дверь закрылась! Это еще кто такой? Эй, ты живой? Дима, ты живой? Что ты такое? Пожалуйста, не трожь меня! Пожалуйста, не трожь меня! Хоть бы она меня не заметила, пожалуйста, я тебя прошу, пожалуйста. Get me out this room.